Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и сейчас я прочитаю вам свой новый отзыв в киноблоге. Окей, Лекси, уморительная комедия на тему искусственного интеллекта в смартфоне. Сегодня я посмотрел новую американскую комедию в чистом виде, которая называется «Окей, Лекси». Фильм доставил мне массу приятных впечатлений, и теперь я хочу рассказать о нем вам. Лекси – это вшитый в систему смартфона искусственный интеллект, чья задача состоит в том, чтобы сделать жизнь хозяина смартфона лучше. Но то, как Лекси выполняет свою задачу, выглядит очень нестандартно. У Лекси присутствует необычное чувство юмора, и она может даже нахамить своему хозяину. Лекси создана не для того, чтобы беспрекословно выполнять приказы своего владельца, как это делают другие искусственные интеллекты, а для того, чтобы говорить ему о том, что он должен, по ее мнению, делать. Счастливым обладателем смартфона с искусственным интеллектом Лекси является типичный хипстер по имени Фил, который работает копирайтером в интернет-издательстве Hypajore. С появлением Лекси жизнь Фила становится невыносимой, и он решает от нее избавиться. Но, к сожалению для Фила, Лекси живет в облаке, и избавиться от нее нельзя. Лекси контролирует почтовые ящики, аккаунты соцсетей, банковские счета и кредитные карты Фила, что означает о том, что бедолаге придется идти долгое время у искусственного интеллекта на поводу. Лекси заставляет Фила полностью изменить свою жизнь и стать очень раскрепощенным человеком. Первоначально данное вмешательство в личную жизнь выводит Фила из себя, но после он начинает во все это втягиваться, и Лекси становится его другом, а может даже больше, чем просто другом. В кинокомедии «Окей, Лекси» присутствует очень много веселого и актуального для современной жизни юмора. Подобных комедий я не видел очень давно. Данный фильм я бы поставил на одну полку с двумя частями комедийного фильма фэнтези «Третий лишний» и всеми известной трилогии про мальчишники. Возрастное ограничение в фильме 18+, поэтому я рекомендую посмотреть его только тем, кто уже достиг совершеннолетия. Из всех комедий, что я посмотрел за последние годы, «Окей, Лекси» – это то, что можно назвать чем-то новым. С удовольствием добавляю данный фильм в коллекцию лучших фильмов и сериалов МКИН-24, в том числе в категорию «Самое зрелищное». Возможно, данный фильм также попадет в мой топ-5 лучших фильмов второй половины 2019 года, а также в топ-10 лучших фильмов за весь 2019 год. Смотрите «Окей, Лекси» и наслаждайтесь.